В общем, всем привет. Сегодня мы поговорим об очень важных вещах. И заранее спасибо вам за то, что вы поддержали очень сильно предыдущее видео. И теперь больше людей знают, что такое вообще студийное безумие, и с чем его едят, и когда оно выходит. Правда, когда оно выходит, мы и сами не знаем, но вы хотя бы знаете, как оно выглядит. Поэтому всем большое спасибо. А сегодня будет очень важная тема, поэтому всем приятного просмотра. Перейдем сразу к самому главному, то, о чем будет сегодняшнее видео. Это наш собственный мультипликационный проект под названием «Город волшебников». Мы занимаемся этим проектом уже очень длительный промежуток времени, но мы никак не можем выпустить что-либо вот такое вот полноценное, чтобы можно было на YouTube и уже привлекать какую-то аудиторию к этому. Поэтому сегодня я попытаюсь вам рассказать о том, что происходит у нас в процессе производства и почему нам сейчас очень сильно нужна ваша помощь. Да простят меня спонсоры за то, что на экране видно спонсорский контент, но видео как раз про мультфильм, поэтому все, что есть по мультфильму, мы стараемся сейчас показать. На данный момент над проектом работает всего 4 человека. Это сценарист, 2 художника и аниматор. Проблема заключается в том, что одному аниматору очень физически сложно выполнять весь тот объем работы, который требуется. И вот те, кто следит за каналом не только за крупными проектами, но и за тем, что мы постим в группе ВКонтакте, что мы пишем в комментариях под некоторыми видеороликами, мы уже несколько раз пытались анонсировать первый трейлер для мультфильма, первый из 3, и музыкальный аниматик. А сейчас у нас ситуация сложилась так, что аниматор просто не имеет возможности заниматься проектом, не говоря уж о том, что там с какой-то скоростью его выполнять конкретной. И поэтому мы хотим, чтобы вот вы поделились этим видео с друзьями. Возможно, вы знаете каких-то аниматоров, которые могут быть в этом заинтересованы. В принципе, привлекли какое-то еще внимание к нашему проекту, потому что нам сейчас очень сильно нужна помощь. У нас полностью расписаны музыкальный аниматик, первый трейлер, второй трейлер и третий трейлер. И, в принципе, имеется полноценный концепт пилотной серии. И вот единственного, чего нам сейчас не хватает, это полноценной нормальной реализации. Поэтому мы были бы вам очень сильно благодарны, если бы вы привлекли людей, заинтересованных в этом, на наш канал. Поскольку это видео несет также характер привлечения аудитории к нашему проекту, мы сейчас покажем вам небольшой кусочек из музыкального аниматика, для которого даже кавер записывался специально и отдельно. Смотрим. Дьявол сказал, садись и наливай. Сказал, я знаю, ты зол, но все это пройдет. Возможно, многие не в курсе, но слово «Сайбер» в названии нашего канала, оно употребляется не в значении «кибер», а это имя персонажа из мультфильма «Город волшебников», это имя кота. Его зовут Сайбер. Также, если мы увидим под этим роликом, что вы заинтересованы в нашем проекте, мы можем провести стрим, на котором мы поговорим про персонажа, можем выпустить еще какое-то видео, но проблема в том, что вот в этом видео мы сейчас показываем, ну, почти все, что у нас есть, а для того, чтобы создать еще одно видео, нам понадобится еще что-то сделать, а как я до этого вот все видео говорил, мы не имеем сейчас возможности, и поэтому нуждаемся в вашей помощи. Но если речь идет про стрим, то вы можете написать об этом, мы посмотрим, насколько вам это интересно, и мы можем взять, запустить стрим на основном канале, и с вами про это поговорить, про что вообще мультфильм, какие в нем есть персонажи и так далее. И на этом у нас, пожалуй, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Мы очень сильно надеемся, что вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Это поможет нам привлечь специалистов к нашему проекту. И в дальнейшем мы сможем, наконец, выпустить наш собственный мультфильм на просторы YouTube. Ну, на этом уже точно все. Всем пока.